Ку-ку, ребятки! С вами вновь Мангуста, который готов к службе в YouTube армии. Сегодня вам поведаю про восьмую серию первого сезона. Applejack и Rarity делают совместную уборку усохших веток перед сильной бурей. Applejack-то выполняла свою работу, а вот зачем на эту работу было брать Rarity, это еще тот вопрос. Ведь знаю, ее она боится всего, что касается грязи. А уборка это, собственно, грязь. Я думаю, вы поняли аналогию. Из-за вечных споров и ссор они даже не заметили, как началась буря. И они пошли искать убежище, и первое, что им попалось, это библиотека Twilight. Тваль их приросила и решила, поскольку уже была ночь, устроить пижамную вечеринку. Rarity и Applejack, конечно, не сильно этого хотели, но бежать некуда, поэтому пришлось согласиться. Все могло бы пойти даже очень и очень хорошо. Но и опять же, из-за вечных споров Rarity и Applejack, все шло только наперекосяк. Даже обычное обмазывание каким-то дерьмом, целебной грязью, я не знаю, превратилось в полный крах. А битва подушками вообще стала похожа на Battlefield с Friendly Fire, потому что пострадала именно Twilight, которая была их подругой. Twilight, поняв, что их не унять, отправила всех только спать. Прям рэпчик. Думаете, на этом все остановилось? Но не тут-то было. У них началось пуканное горение даже от того, что не хотели спать нормально, вместе. Впрочем, как и твои тиммейты, стоя на одной линии, будут тоже сраться, фидить и творить полнейший бред. Как Applejack, которая потянула дерево на сторону Twilight и сломала ей пол хаты. И тут Rarity и Applejack уже решили объединиться для общей работы по уборке. И вот тут они уже показали настоящий тимворк, или тимплей, кому как удобней, который заслуживает внимания. Это замечательная серия, я поставлю ей 4,5 из 5, ну уж слишком-слишком она мне нравится. Несмотря на разные другие недочеты. А на этом все. Всем пока-пока. Ха-ха.